Котятки мои, всем доброе утро. Начинаем новый влог. Девчонки, не обращайте внимания на мой маникюр. Через неделю я уже записалась, пойду делать. Позвонила Вике, говорю: Вика, мне срочно нужно маникюра. Она говорит: Лена, никакого маникюра. Сейчас, говорит, все делают педикюр, все занято. Вот, говорит, через неделю есть место. Я говорю: ну давай. Так что, девчонки, уж потерпите меня с таким вот безобразием. Так, хочу вам оставить отзыв на товары, которые я покупала на Валберис. Вот это вот виходка. Вообще она называется губка шахтерская. Помню, как-то я тоже называла мочалку виходкой. Мне одна девушка написала: Лена, говорит, так приятно слышать, говорит, давно забытое слово виходка. Я помню, когда я жила в Челябинске, мы, по-моему, все называли мочалки вот эти вот виходками. Да и в деревне у бабушки, по-моему, тоже все виходками называли. Ну, в общем, ближе к делу. Вот эта вот губка шахтерская. Стоит она, по-моему, 228 рублей, но на момент покупки. Я вам просто вот рекомендую настоятельно ее приобрести и мужчинам, и женщинам. Она сама по себе жесткая, но такая в меру. И во-первых, очень экономично расходуется гель с ней, прям вот такая вот шапка пены получается. И при этом кожу эта мочалка очищает до скрипа, но не травмирует. В общем, классная мочалка, от души рекомендую. Дальше, по поводу кофе Жокей Амаретто. Ароматизированный молотый кофе, яркий аромат миндального амаретто. Девчонки, очень вкусный, на самом деле очень вкусный. Я готова пить кофе вообще в течение дня вместо чая и воды. Вот этот кофе я пью один раз с утра, развожу его молоком, вообще завариваю или в кружке просто, или во френч-прессе, ни разу еще его не варила. Здесь яркий выраженный аромат миндаля, вкус вот такой вот, знаете, миндального амаретто. Очень вкусный кофе. Сейчас я еще на Валбере заказала себе ирландские сливки, тоже Жокей растворимый. И по поводу вот этого цикория, растворимый цикорий с шиповником. Девчонки, классный, мне тоже понравился, вкусный, вместо кофе в течение дня раза 2-3 я его пью, развожу с молоком тоже, в общем, хороший. Ссылочки вам оставлю еще раз на эти товары в инфобоксе и в закрепленном комментарии. Так, какие у меня планы? По планам я сейчас собираюсь в душ и хочу протестировать вот эту вот маску для волос от Faberlic. Она идет как увлажнение, питание, блеск и предотвращает появление секущихся кончиков. Ну, по поводу секущихся кончиков здесь помогут только ножницы. А саму масочку вот я прямо сейчас пойду тестировать. Девчонки, решила я не сидеть дома, пока на улице солнышко. В общем, быстро даже волосы не высушила. Какую-то финтифлюшку здесь собрала, позвала племянника, и мы приехали в центр на набережную. В каком году я здесь была? По-моему, 2 года назад. Да, 2 года назад здесь была. Сказала Дениске, говорю, бери свой самокат и поедем сейчас на набережную, прогуляемся. Так классно на улице, вообще просто супер. Так, по поводу маски. Ну, я даже не поняла, в общем, некогда мне было разбираться с волосами. Я ее нанесла, минут 5, наверное, 10 подержала и все. Потом думаю, чего сидеть дома, нужно куда-нибудь съездить. Это мы сейчас находимся, где культурно-исторический центр. И здесь вот такой вот памятник есть жертв политических репрессий. Вон мой племянник катается. Символично на фоне флага баржа по реке Енисей. Мы вообще собрались уточек покормить. Пошли, а хлеба купить негде. Сейчас поднимемся наверх, может, какая кафешка есть. И дойдем туда, где утки. В этом году тоже надо их покормить. Рыбак. Ой, люди отдыхают. Лето. Это маленькая жизнь. И нужно прожить ее феерично. Девчонки, представляете, сейчас зашли в кафе, я говорю, можно у вас хлеба купить для уток? Вот этот вот пакетик стоит 50 рублей, здесь даже булки хлеба нету, она там со столов пособирала, в общем, и 50 рублей это стоит, вот так вот. И еще бутылочку водички взяли за 70. Идем сейчас к мостику, и по дороге уже одну утку встретили. Вот она, самая первая. Сейчас угостим ее хлебушком. Ешь. Вот так вот. Ты самая первая, тебе кусок побольше. Чё, кидать?
Да, напополам раздели, то ей тяжело так. Видишь, она не может. Далеко кидаешь. Да, не рассчитываю силу. Ну ладно, пошли дальше. Пришли мы на место, где обычно живут утки. Вы хоть одну видите? Вот и мы не видим. Одни голуби. Куда утки делись, ничего не понимаю. Сейчас дальше пойдем искать. Вон они все отдыхают на солнышке. Ой, девочки, как же классно. Ветерочек, тепло, водичка, голуби. Хочу еще потом на тот берег, на этот островок сходить. Там позагорать можно будет. Через этот мостик подняться и сходить. Он вниз пошел в поисках уток. Говорит, вроде там парочка была замечена. Сейчас и я туда пойду. Операция по поиску уток закончилась. Мы их нашли. Но это прям целый выводок, смотрите. Какие они маленькие. Какие хорошенькие. Совсем еще молоденькие. Конечно, конечно, кидай. А куда мы этот хлеб денем-то? Надо его уткам скормить. Что-то мама их не ест. Я тоже кусочек съел хлебушка. А тебе-то он зачем? Голодающий с Поволжья. Посмотрите, сколько их. Да ты им сразу накроши побольше, пусть едят. Надо весь хлеб раскрошить. Смотри, их тут целая стая этих воробьев. Ё-моё! Ты зачем их напугал? К нам еще одна уточка приплыла. Посмотрите, какие малюхочки рядом с ней. Видимо, только недавно вылупились. Ой, такие маленькие, такие хорошенькие. Вот тут так вижу, а селезней нет. Мама переживает. Переживает, крякает. Вот они, малышки, плавают. Ой-ой-ой-ой-ой, к мамочке бежит, бежит быстрее. Все, собирают, собирают их, собирают. Все, видимо, домой пора. Ну, в этом году мало уток, прям очень мало. Уток покормили, решили мы все-таки с Денисом подняться на этот мост, перейти его и посмотреть, что там происходит. Но перед этим мы решили съесть по мороженке. Поднялись мы уже на мост на лифте. И здесь, посмотрите, дорожки разлинованы. Вот где желтые, там для людей. А вот эти вот нарисованы, что это велосипедные дорожки, на самокатах, в общем, катаются. Культурненько так все сделали, чтобы не пошибали друг друга. Ой, как классно! А мы нашли место, где купаются люди. Ну, тут мальчишки, посмотрите, что делают. Ай, кошмар, кошмар. Ну, я не сказала бы, что народу много желающих искупаться. Ну, вот я говорю, можно сюда приехать, просто хотя бы позагорать. А вон и суслик, а вон и суслик. Вот он стоит, смотрит. Дениска, смотри.
видел, бежал. Зашли мы на остров и решили еще каких-нибудь хот-догов купить. Такую кафешку встретили. И там можно прям по лесенке подняться, наверху посидеть. Сейчас купим что-нибудь покушать и поднимемся наверх, посмотрим, как там. Так, по десертикам у нас тут муравейнички есть, напитки такие разные. Это какой? А, морсово-лепиховый. Должен быть вкусный. Детокс, лимон, имбирь 80 рублей, брусника 110 и клюква лайм 80 рублей. Тут даже продают безалкогольное вино 300 рублей. Да, маленькое такое, не вижу объем, наверное, 250 миллилитров. Ну, такое вот здесь заведение. Столики. Уютненько, даже очень. Нашел? А, ну давай. Напитки, пицца, хот-дог, сэндвичи. Шаурма, паста. Вон какие-то сэндвичи еще есть. С беконом, с лососем, с цыпленком. Стритфуды. Заказ 93-й. Сидим, ждем. Написано там, что он готовится. Покупаешь в одном месте и потом приходишь вот сюда на стоечку. Здесь тебе выдают твой заказик. В общем, два сэндвича вышло 420 рублей. Мы уже поднялись прямо на самый верх этого заведения. Там внизу столики есть. Но мы решили прям наверх подняться. Здесь такой ветерок, ладно так. И вот такая здесь площадка. Тоже мамочка сидит, кушают. Так, ну что, вот наши сэндвичи. Дом у озера называется. Так, сэндвич с лососем. А мой сэндвич с цыпленком. Держи. Приятного аппетита. Спасибо. Сэндвичи прикольные. Пахнут очень вкусно. И вот такой вот. Ой, почему мы сюда раньше не приезжали, а, Денис? Не знаю. Вот и я не знаю. Надо сюда каждые выходные просто ездить и все. Че? Вкус суши. Как суши? Да, вообще. Классно. Надо было мне, наверное, тоже с лососем взять. Что я с цыпленком взяла? Вот, а, точно, мы пополам и поделимся. Половинку твою съем, а ты половинку мою съешь. Пошли мы вглубь острова посмотреть, что еще есть. Там вот, оказывается, есть скейт-парк. Остров большой, много всего кафешек разных. И все вот на электросамокатах катаются. Я решила, в следующий раз приеду, тоже возьму электросамокат. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me, well then baby have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong.
strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Ребятки, я уже дома, распустила волосы, они прям еще влажные немного. Сразу на мокрую резинку нацепила, и посмотрите, какая вся прям кудряшка сью получилась. Так, ну еще раз вот по поводу этой маски, ну вроде бы неплохо волосы выглядят. Не знаю, еще буду тестировать ее, потом уже вам точно скажу. Ой, зашла еще купила куриных бедрышек, надо что-то на вечер приготовить. Сын у меня сейчас на работе. Он у меня сессию закрыл, потом практику закрыл и вот сейчас устроился, работает. Говорит, мам, буду зарабатывать на компьютер, который сгорел, потому что для учебы нам компьютер просто архиважен. Так, зашла, хлебушка еще купила и все. А, купила, значки еще вот эти вот взяла. Мои выцвели на машине, сейчас подошла, не могу отодрать, но потом уже схожу, отдеру. В общем, слушайте, как мы классно погуляли. Как же здорово. Вообще народу много, все гуляют. Я представляю, что там выходные. Единственное, я теперь хочу еще съездить туда же на Татышево, только подальше именно, где суслики. И в следующий раз, говорю, хочу взять электрический самокат, одену шорты и поеду кататься. Так, ладно, сейчас буду мариновать бедра и не знаю даже, что с ними сделать. Вот если честно, в последнее время я вообще не могу есть макароны. Вот они мне вообще никак не лезут. Картошку, да, вот покупаю молодую картошку, еще как-то нормально. Макароны вообще, вот только подумаю про них, мне же это... Типа макароны, не, не хочу макароны. В общем, что-нибудь с картошкой придумаю сегодня на вечер. Надо будет сыну позвонить, чтобы по дороге он как раз и купил этой молодой картошечки. Все, мои хорошие, пойду мыть ручки, немного сполоснусь, а то прям это душновато, так душновато. Сейчас еще в автобусе пока ехали, но мы вот пораньше ушли оттуда, я говорю, Дениска, пошли пораньше, потому что сегодня пятница, и там такая будет пробка, что ну не пройти, как говорится, не проехать. Так, ну все, ребятки, не разбегаемся, потом еще будем готовить ужин. Рассказываю, понимаю, что камера-то у меня не включена. Уже все положила и только потом увидела, что я не включила камеру. В общем, картошку вот эту молодую накололи. Я ее сейчас побрызгала подсолнечным маслом. Так, сюда я переложила бедрышки замаринованные с лучком. Так, и теперь возьму приправу. Такая у меня чеснок и травы. И прям вот понемногу буду присыпать вот так вот на картошечку. Продавец сказал, что картошка прям очень и очень вкусная. Так, и сверху еще немного, прям чуть-чуть я присолю все это дело. Прям по чуть-чуть. Так, сейчас духовочка разогреется и до готовности отправлю в духовочку и потом покажу, что у меня получилось. Ребята, по-моему, это бомба-ракета. Даже если это еще сырое внутри, я все равно это съем. У меня уже просто не было сил терпеть. Такой аромат по всей квартире распространяется, что я уже сыну сказала, все, я вытаскиваю и иду кушать. Посмотрите, какая красота. Ну, я картошечку уже наколола, все, уже все пропеклось, курочка готова. Так что, ребятки, не откладываем в долгий ящик. Приглашаю всех присоединиться к моему ужину. И на сегодня влог я уже буду заканчивать. И, как всегда, всем желаю добра и позитива. Всех обняла, ваша Лена. Пока-пока.